Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на канале ЗАП-ТВ. Спонсоры прогноза погоды – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Ежегодно с 2007 года 5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы. И сегодня данный праздник получил международное признание. Уверена, что данный вкусный продукт знаком каждому. Сейчас о погоде. В среду в Чите будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер восточный слабый, до 1 метра в секунду. Ночью температура воздуха составит минус 26, минус 28. Днем будет 17 градусов мороза. Желаю всем хорошего дня. Увидимся завтра.